Так, друзья, приехали специально на комбинат, взяли рыбки нашим птичечкам любимым, всякое здесь, так что будут кайфовать, водичку будем давать, все, что нужно, сказали, приезжайте, берите все составляющие, которые им необходимы. Так что живем. Ну что, я приехал, друзья, к птичечкам. Вон они там все по камышам. Скорее всего, что сегодня они сюда не доберутся. Вот этот на шумера похож, вот водичкой. Лед, понимаете, не могут они прийти. Они пытаются там. Сейчас я еще ближе подойду. Вот так они пробираются через лед. Видите, как проползает. Ну, слава богу, все уже тепло. Один там стоит. Вот они все рядом со мной. У него лед стоит. Я вот рыбку бросил, видите. Везде лед. Сколько их собралось, смотрите. Видно, когда лед где-то становился, они все сюда прилетели. Один вон стоит. Красавчик. Возможности сюда плыть нет пока. Вчера очень мало там было водички, вот где эти камыши посередине, там только было. Сегодня уже плавают. Сколько прибавилось. Все черное там. Красавца не видно пока. Но самое главное, что есть чем питаться. Хищник не подойдет. И это радует, друзья. Еще чуть-чуть и лед уйдет. Попробую приманить, но бесполезно, они не смогут сюда просто физически побояться. Такие птичечки. Вот один пробует, но лед мешает им.
чайки уже пришли на этот, на разведку. Один все время хочет прорваться, но не рискует. Остальные занимаются своими делами. Если бы льда не было, они сюда пришли. Вот он пытается все время. Подойдет, потом назад боится. И он все дальше не рискует. Ну ничего, друзья. Главное, что мы здесь. Накидал, видите, сколько и рыбки, и всего. Они придут покушать. Не сегодня, значит, завтра. Почему старые, конечно, но я еще в такой этой, меня не видно, скорее всего, одежде. Они-то могут и прилететь, если им нужно. За то, что лед там сошел, очень много воды появилось, и они кушают, самое главное. Этот такой все время думает прорваться сюда, но лед не дает. Всем удачи, добра. Поехали мы дальше. Все хорошо.